Так, зря отключил запись, но бы на паузу ее нажать, потому что у нас вот через несколько минут уже консоль дошла до этого положения, о котором я говорил. Теперь мы нажимаем кнопку «Быстрое опускание» и держим ее. Все, нажали и держим. Вот консоль пошла быстрее, прямо на глазах. Колено это раскладывается, а образ... Вот ждем теперь полного опускания. Стропа провиснут. После того, как они полностью провиснут, еще, как обычно, ну, секунд 5 считаем. И можно все выключать. Все ставить в ноль, выключать здесь, иначе там машина в моей кабине не включится. Так, ждем почти. Почти-почти. Сейчас колено тоже выпрямится. Ух, туда аж в канаты уйдет. О, все, почти ровно. Теперь ждем провисания стропов. Вот они пошли. Даже по звуку слышно. Оп, все, остановилось. Раз, два, три, четыре, пять. Все, отпускаем кнопку «Быстрое опускание». И четыре положения у нас на Вира, четыре на Майна. Считаем. Раз, два, три, четыре. Вот все. В ноле стоит. Выключаем тут. Все, идем в кабину, там все работает. Это закрываю. Одной рукой неудобно. Все. Закрыли. Отъехать, все-таки с первым мог подъехать, поэтому мы проходим сюда. Главный у нас был запущен. Включаем гидравлику. Есть, загудело. Включаем расторможение. Все, загорелась лампочка. И поехали, отъедем в сторонку. Так, все, поехали, чтобы там гирбок сейчас вытащить. Сейчас стороночку отъедем. Ну, потом, короче, еще подключимся. Сейчас выясним, куда идти. Мне идти на 71-й или пошел кто-то. Сейчас по рации узнаем. Ну что, на 71-й пойдет кто-то или мне бежать? Все нормально, все. Плановый. Я вот ну, что значит... хочу узнать. Тут дофига выручки еще.